есть недочеты, ребята не дорабатывают, приходится немного стимулировать, но я вижу, что они готовы преображаться, и там, те замечания, вот ту соринку в глазах, как бы они начинают видеть, ну, считаю, что к следующему году они уже будут учитывать все эти, что нельзя одевать ашоры и узко как-то смотреть, а надо более комплексно и все-таки требовать от подрядчика ежедневно, а не приходить во время начала и во время акта выполненных работ. Ежедневно. Это мы все с ними прошли в этом году от начала и до конца. Я думаю, тот опыт, который мы взяли в этом году, он поможет им проще работать на следующий год. Давайте посмотрим пока. То есть смены кадров не предстоит? Пока нет.